Здорово, народ, с вами Жора. Давайте посмотрим, что у нас там на улице за погодка. Что у нас там? Охренеть, пробка. Видимо, куда? Время 6 часов, поэтому вот такая вот пробка. Почему я посмотрел на улицу? Потому что поеду на велике проверить погодку, надо было, дождь идет или нет. Поеду на велике на тренировку. Тренировка в лесу, на лестнице. Вещи собрал. Ладно, погнали. Хватит болтать уже. Больше делай. Когда я еду, слушаю всегда музыку. Вот с такими вот наушничками. Поставил самую популярную музыку и погнал. Ехать мне 5 километров до тренировки, как раз разогреюсь. Все, полетели, короче. Алло. Здорово. А ты поверху или понизу поедешь? Я уже здесь. Поднимись там, Лехе надо помочь, что он говорит. А что он там? Гантелями. А что, велик тут внизу оставить? Да я хуй знает. Блядь. Позвони ему, короче. Давай. Что он там придумал? Гантели не донести. Леха, ты что? Здоровый парень вроде. Должен гантели таскать уметь. Или ты там 50-килограммовый взял? Сейчас позвоню тебе. Алло, ну чё ты? Смотри. Смотри, что происходит. Давай снизуй сюда, мне надо вещи помочь. А чё там 50-килограммовый гантели взял, что ли? Ну, не 50, а где-то, мне кажется, они, наверное, по 5 килограмм. А что ты думаешь, велик тут оставить? Да кому он нахер нужен? Ну ладно, иду. Ну хотя мне бы был нужен. Я бы пришел, смотрю такой сладенький велосипед. Я бы подумал, надо помочь хозяину возвратить его, понимаешь? Взял, а потом покатался в поиске этого несчастного хозяина, понимаешь? А потом бы нашел его и это, и уехал быстро. Все ясно с тобой. Иди сюда. Давай, я иду. А зачем я пришел? Погнал я что-то, блядь. Я, блядь, здорово. Здорово. Что, блядь? Я просто так пришел? Да. Разминка, нормально. Когда в зал выходил, у меня вот так вот охапкой все было. А я сумку сейчас бросил. Видишь, я думал, бы с собой груши взял, может, на деревья повесим. Ну, груши не взял, но взял 3 вида лап. Сейчас придем, и велика нет. Жестко. Ну, это... Да не, будет. Да, там есть. Конечно, найдем. Город маленький. Да. Все друг друга ищут. Ты скажи лучше, в чем плюс бокса? Зачем этим заниматься вообще? Плюс бокса? Да. Минимум мужчины должны уметь защищать себя. Это одно. Ну а зачем это надо? Вот давай у этого морозильника спросим, зачем давай. Ему это надо. Конечно, он обидится. Это можно вырезать. Можно не вырезать, конечно. Так ты и не сказал, зачем боксу нужен. Ну да? Давай, скажи. Сила, мощь. В руках, ногах. Стремление побеждать. Чувство победы. Все это вот раз прочувствовать и уже не остановить просто-напросто. А другое чувство, самоуверенность. Хорошая форма. Да. Свежая голова, спорт. Казалось... Я все равно вырежу наполовину, блядь. Да, ты только побольше вырезай там, блядь. Ты самую шляпу там стопудово оставил. Ладно.
Я не знаю, как это сказать, просто конфет. Я знаю, когда что-то намечается, конкретно так говорить. Ладно, я тебе доверяю камеру, будешь снимать. Мне, вот да. Мне вот дайте, мне вот. Все это базовая разминочка, пробежались, поджимались, повертели, все, что вертится. Разминочка. Дал упражнение, 5 минут уже делают, уехать не могут. Теряются. Поймать надо. Давай сразу спускайтесь, чего вы там зависаете? Значит, вы, ребят, вы смотрите под лестницы. Вы лестницы считаете и высматриваете лестницу правильную, подходящую. Не получится так. Значит, вы должны считать темп. А потом вы уже чувствуете большой просто темп. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Прям как школота в подносе. Раз, два, три, четыре. Раз, два. И у вас пойдет. Вот попробуйте сейчас разочек сделать. И погнали, ребяточки, гантельки положили. У Жоры спортик, у Артура каждая фишка прыжки. Два подхода. Поорать, выпустить пыл. Готовы на взрыв. Оп! Спокойно, спокойно, обратно. Пошли. Задача, стоп, раскрепоститься и повзрываться воздухом. Так, чтобы я слышал. Задача ясна? Артурик. Погнали. Артурик. Да. Пошли. Оп. Молодцы. Джинни, добавь длину удара. Давай. Длинней. Терпи. Еще длиннее. Последний, самый длинный. Самый длинный. Самый длинный. Бросай плечо. Давай, Шурик, давай, подлиннее бей. Чё в лоб себя лупасишь? Длиннее бей. Не сделал выход задней ногой. Задней ногой раз, еще пройди назад. Не только передней работай, через фишку. Раз, еще толкнись, вот. Вкручивай. Кулачки дать, пальцами бьешь. Ты не даешь спину. Растягиваешься на джебе. Нету правого. Справа острей. Спину дай, спину дай. Начинаешь корпусом, видно. Молодец. Имитируешь? Футболист, что ли? Смотри. Тут в боксе это не прокатит. В боксе наоборот это прятать надо. Нихухры-мухры. А это как его? Понимаешь, это ММА было. Если бы это было в боксе, ты так бы взялся. В любительском тебе бы начали считать. Понимаешь? А тут в ММА пока до нокаута, понимаешь? Ну или там до каких-нибудь. Не, ну это так быстро считать. Хорош, погнали дальше. Если ты бы зажался на любителя, тебя бы начали считать. Если вот так ты загнулся на любителя. Пошли. Спину. Не было удара. Рука от виска работай. От виска. Дай локоть больше. Ну, блядь. Ну так пробивай, да? Сделали раз на по разику сделали. Раз на раз. Будет два. Стоечку становись. Оп, возвратись уже сразу. Ну не залипай там, ударь, возвратись. Вот, хорошо сейчас было спиной сработано. Быстро. Ну больше ее дай. Три минуты. Отдых, у тебя еще один раунд. Не хочу. Два раунда будет. Два. Два, Артур. По-любому два. Просто убиваешь нас. Да что убиваю? Два обязательно сделать, один ни о чем. Артур, отдыхаешь, просто сядь на сумку или его поснимай, Жору.